Вітаємо вас, друзі! В ефірі програма «Розмова на тему». І я, Нелі Товмач, рада вітати вас вже у 2016 році. Сьогодні наша перша зустріч, але вона присвячена прекрасному святу. Сьогодні ми зустрічаємо одне з найвеличніших християнських православних свят. Сьогодні святвечір, 6 січня, а завтра прекрасне Різдво Христове. Як зустрічають його у національних товариствах, сьогодні ми поговоримо. До нас завітали представники товариства болгарської культури, Анатолій Волчо, голова Болгарського культурно-просвітницького центру «Тирновка», а також Тетяна Скуратова, провідний спеціаліст бібліотеки філії номер 16 Центральної бібліотечної системи для дорослих міста Миколаєва. Я вас вітаю з Новим роком, я вас вітаю з сьогоднішньою дниною, тому що Новий рік – це одне таке загальне свято, а сьогодні свято дуже, знаєте, таке особисте, мені здається. Між тим, про ваші враження ми сьогодні поговоримо обов'язково далі. А почнемо з підсумків минулого року. Ви в нас часто були в ефірі, багато розповідали про ваші заходи цікаві. Анатолій, ви як керівник центру, як вважаєте, наскільки плідним був 2015 рік? Ну, я вважаю, що і так воно і є. Цей рік був, невзирая на всі якісь економічні неурядиці в країні, к сожалению, ми його пройшли з великою, с таким, с подъемом, можно сказать, с энтузиазмом, людей все больше вовлекается в культурную деятельность, ну, как минимум нашей, я говорю сейчас за нашу общину. В нашей общине очень активно этот год был проведен, очень много новых людей привлечено к, работе, к работе, да, к общественной работе, к возрождению традиций. Мы занимаемся очень активно, постоянно какие-то праздники проводим, какие-то мероприятия, возрождаем обряды старинные. В этом году, ну, год мы начинаем, как обычно, традиционно, как и в этом году. Сегодня мы об этом еще будем говорить. Начинаем с Сурвы. Это Нова година по болгарской традиции. Что празднуем. Новый год? Да, это Новый год в болгарских традициях. А что обозначает само слово? Сурва. Слово Сурва, это в болгарском языке есть такое слово сурово. Это сыро. От слова сырой. Сырой, незрелый. Это одним словом новорожденный год. Очень красивое такое символическое название, да. Интересное. Начало-начало. Определение интересное, да. И мы его празднуем уже, вот в этом году уже будет третий год, уже можно смело сказать, что это уже стало традицией доброй, мы ее возрождаем, эту традицию, потому что последние годы, как бы наше детство уже, ну, микрорайон у нас уже многонациональный, болгар процентов 30, может быть, осталось в общем. Но... Это те люди, которые живут в Николаевской области. Центр у нас более компактного проживания – это Терновка. Да, но да, я знаю, да, что вы активно сотрудничаете и работаете с представителями обществ в других областях. Расскажите, да, пожалуйста, об этом, потому что и одесские болгары, и болгары, ну, живущие на Украине. Одесса плотная... у нас – это средоточие болгарской диаспоры Украины, это, можно сказать, своего рода столица болгар Украины. Кстати, к этому и ведется, да, что вот там вот создается такой целый форум, движение. Да, да, в Одессе есть несколько крупных, скажем так, всеукраинских объединений. Есть, например, всеукраинская газета в государственном уровне, ее поддерживает государство, Министерство культуры финансирует эту газету, там главный редактор Дора Ивановна Костова. С этой газетой мы сотрудничаем уже не первый год. Я там, можно сказать, внештатный член-корреспондент. Мы постоянно пишем, освещаем события, какие происходят, культурные. Сама газета, сама Дора Ивановна организовывает очень много различных мероприятий культурных. Как с выездом за рубеж, то есть на территорию Болгарии, различные форумы, фестивали. Каждый год тут мы ездим благодаря им же, опять же. Мы начали в 2013 году, тоже хорошую традицию положили. Благодаря этому создали ансамбль «Чучулички» наш, болгарской песни. Начали ездить на фестивали в город Коварно, это Республика Болгария, международным уровнем, хороший фольклорный фестиваль. Благодаря этому мы смогли начать возрождать наш песенный танцевальный фольклор. Это не может не радовать, потому что, ну, для меня лично это очень дорого, я очень люблю болгарскую музыку, очень сам люблю танцевать хоро. Я вот так вот и сам смог научиться танцевать хоро, потому что раньше только слышал об этом хоро, что такое хоро, толком я не понимал. Сейчас и все больше и больше людей вовлекается. Мы возим молодежь, постоянно... молодежь, да, самое главное. Даже не обязательно болгары, украинцы, русские, вот, да, поехали в Болгарию, приезжают, говорят: Толя, все, мы хотим ходить танцевать хоро.
Давай организовывать танцы, мы будем танцевать всех народ. Это шикарный, великолепный, просто объединяющий такой энергетический танец, когда все становятся в огромный круг, замыкается этот круг, люди берут за руки и танцуют. Ну. Это определенное настроение, атмосфера, сближение. И знаете, вот этот темпоритм, который увеличивается постоянно, входишь в какое-то состояние транса. Да. Такого. А когда это в Болгарии еще несколько тысяч человек, когда делается большой хорон на площади, вот на этом фестивале, на который мы ездим, ну, около 2000 одновременно танцуют хоро. Это передать невозможно. То есть люди даже не могут в один круг войти, несколько кругов создается один внутри другого. Матрешка своеобразная такая. Как хорошо, да, когда вот действительно вот такие вот вещи объединяют людей. И когда настроение, которое вот царит в тот момент, оно вот держит людей еще долгое время. Как-то душу греет, правда? В самой Бессарабии очень много сел, с которыми уже, ну пускай пока не официально, но мы уже настоящие побратимы. Даже без этого официоза мы во многие села ездим, например, та же Кулевча, село в Саратском районе, Заря Одесская тоже, область, это Одесская область, Татарбунарский район, это село Дмитровка, село Суворово, село Криничное. Ну, множество. В Одесской области 42 села с компактно проживающим болгарским населением. И, ну, еще, к сожалению, всех мы не смогли охватить, но уже с очень многими, во многих селах были уже в гостях, приглашаем их постоянно к нам на праздники. Вот на 24 мая к нам приезжали кулевчанцы. Это уже тоже хорошая такая традиция. Вот на этот праздник в этом году, 9 числа, у нас будет праздник, сурбу мы будем праздновать. Об этом мы пока не будем. Да, давайте. Я хотел бы сказать, что опять же мы приглашаем сюда друзей из Бессарабии, да, наших друзей из Бессарабии. В прошлом году, минулого року, в січні, болгарське товариство запрошували земляків і гостей з інших областей на святкування Нового року. У нас є невеличкий сюжет, але він дуже добре передає ту атмосферу, яка панувала на Заході. Давайте зараз подивимося. На святковий захід з'їхалися гості не лише з Миколаєва, але й з інших міст України, де живуть болгари. З Кіровоградщини, із Запорізької, Одеської областей не залишила без уваги болгарське свято і миколаївська влада. Діаспора, окрім представників адміністрації центрального району, куди територіально відноситься мікрорайон Тернівка, і міського управління культури, вітали народний депутат України Олександр Жолобецький і депутат міськради Володимир Рижик. Як розповів голова Болгарського культурно-просвітницького центру Тернівка Анатолій Волчок, болгари серед народів півдня України живуть дружно і толерантно. І з повагою відносяться до землі, що прихистила їх багато років тому, але не втрачають зв'язків з історичною батьківщиною. Окрім святкового концерту, гостей заходу чекав стіл із блюдами національної болгарської кухні і інтернет-конференція з Болгарією. Варто відмітити, що нинішня погода внесла свої корективи у свято. Десь у пробці застряг генеральний консул Болгарії в Одесі. Його до останнього чекали, сподівалися, що ось-ось під'їде, але у результаті почали святкувати, так і не дочекавшись. Консула чекали, не дочекалися. Так, да, дуже сподіваємося, що він цього року приїде, обіцяв. Ну, погодні умови, я так думаю, що все ж таки будуть благоприятними. І все ж таки все, що задумане цього року, буде здійснено. В том году немало сделали. В том году, в 2015 году, возвращаюсь к тому, что мы сделали за прошлый год, помимо множества мероприятий, которые мы провели, нескольких новых воссозданных традиций, допустим, Иван Купала, это в болгарской традиции Эньюв Ден. Мы в этом году его создали, провели великолепное такое зрелищное массовое народное гуляние на берегу реки. Это в новом формате вообще был проведен праздник. Людям это очень понравилось, мы это взяли на вооружение и начали стараться сейчас проводить вот такие массовые мероприятия на природе. Это очень сближает и очень вдохновляет людей к развитию, к возвращению к своим истокам, корням, скажем так. И в этом году мы также создали, есть опыт, как спрос. Есть спрос на изучение болгарского языка. С каждым днем он увеличивается. Поэтому в связи с этим вот на базе библиотеки в этом году мы открыли курсы болгарского языка бесплатные и воскресную болгарскую школу. Не просто, то есть мы работаем по программе Министерства образования и науки Болгарии, родной язык и культура за границей. Угу. Татьяна, скажите, пожалуйста, насколько фонды ваши могут представить, например, вот это направление изучения и болгарского языка, и культуры?
Могут, что очень радует. Наша библиотека, мы только филиал централизованной библиотечной системы для взрослых, но тем не менее мы можем похвастаться шикарным фондом болгарской литературы, единственным в городе Николаеве. Сейчас он около 3000, но мы надеемся на его рост, потому что все время нам привозят какие-то подарки, дарят из коллекции жителей Николаева. Вот последние подарки нас очень радуют, 10 шикарных книг, которых у нас раньше не было, теперь мы можем предложить их нашим читателям. Кроме того, у нас есть книги по фольклористике болгарской, и мы пользуемся ими для того, чтобы возрождать традиции на базе библиотеки. Например, вот такие сурвачки мы третий год у нас в библиотеке изготавливаем по действительно вот той литературе традиционной, чтобы все-все-все учесть. Что это такое? Это обереговое дерево какое-то, да? Это традиционный атрибут празднования сурвы. Обязательно учитывается все, чтобы пожелать новому году того, кого поздравляю, чтобы пожелать ему того, чего он захочет. Так, давайте есть... сверху к низу или наоборот, снизу, от корней начинаем. Да, в принципе, все равно. Кто хочет богатства, для того предусмотрены монетки. Копеечки, да. Кисметки, да, по-болгарски. Обязательно многие, да, захотят... такого вот благоденствия. Они должны быть медные, да, такие желтого цвета. Желательно желтенькие, да, потому что это несет своего рода вот такую вот магию. Это оберег, и он должен иметь вот такие символы. Ну, без материального благополучия, конечно, мы не оставили нашу сурвачку. Кроме того, так как традиции очень древние, все обереги направлены на то, чтобы год был плодородным, и в семье был достаток материальный. А достаток раньше измерялся чем? Семенами, да? Да, что выросло, что дали животные, приплод живот, чтобы это все учесть, мы тоже обязательно кукурузу. Угу. Кукуруза, она во всех поздравлениях болгарских присутствует, и все желают, пуканцы, чтобы... Да, пуканцы называются. Мамуля, у нас была пукали, мамуля. Да, пукали, вот эти вот да, лобнутые кукурузы называются пукали. А, кроме того, что-нибудь из хлеба, чтобы хорошо уродили зерновые. Обязательно ягодные культуры и... фрукты. Фрукты, да, чтобы сады, болгар, богатые сады очень, обязательно надо учесть этот момент, чтобы сады родили. Кроме того, пипер. Чем славится Терновка в Николаеве? Это наш болгарский перец. Да, перец здесь горький присутствует. Танечка, но он горький, он острый. Он горький, потому что он учитывает то, что раньше сурвакари не были только мужчины. В этом обряде в основном участвовали молодые парни. Это тот человек, который несет, да, да, вот сурву, это да, определенный да. человек выбирался. Это, в принципе, все молодые мальчики и парни участвовали в этом обряде. Сейчас это все немножко изменилось, и девушки тоже активно участвуют. Но мужское начало мы учли. Понятно. Да, как все раз есть. Именно оно символизирует вот этот перец. Ну и кроме того, это какая-то основа. Всегда мужчина же в доме голова у болгарина. И это действительно как бы стержень, основа, мужское начало должно быть. Конечно. Красный цвет, он привлекает все хорошее, это здоровье. А жгучесть, это отгоняет злые духи. Обязательно, это же оберег, и все, что вы видите действительно здесь, оно призвано к тому, чтобы отгонять нечистую силу и все плохое, что было в прошлом году. Этом уже служат и колокольчики, потому что колокольный звон тоже отгоняет нечистую силу и, в принципе, выполняет функцию оберега, вот эта вот веточка. Сама она кизиловая. Так как кизиловое дерево считается в Болгарии самым жизнестойким, самым... Оно расцветает раньше всех. Нет, тут именно в долговечности дело и в том, что он несет здоровье. Целебное, а конечно. А то, что расцветает, ты абсолютно прав, потому что вы видите почки, они цветущие. У кизила уже на Рождество, да. Представляете? Вот, уже полопались и зацвели почечки, да. Дорогие друзья, вот действительно, вот здесь вот есть цвет. А я и не обратила внимания, правда. При том, что зацветает на Рождество, плоды появляются только поздней-поздней осенью, созревают. Поэтому весь год дерево живое. Вот его жизненная сила. Да, и оно работает. Оно работает. Мало того, что оно живое и, это, и цветет, а плюс ко всему, посмотрите, это то, что связывает уже наши культуры. Тут лялька-мотанка представлена. Очень связаны традиции болгар и украинцев. Очень связаны. Даже сегодняшний вечер праздничный, он очень похож у этих двух народов. И в как том числе называется традиционная кухня. У нас святвечер мы называем. А у нас называется, вот мы в новой газете написали такую статьечку, которая расскажет обо всем. Называется «Будний вечер». Как это понимать? Как вот дословный перевод? Ну, голая кутя по-украински, да. Что это не слишком богатый ужин.
И он накрывается из постных блюд. Постный, да. Да, постный. Если на сурву мы печем традиционно, так у нас блюдо праздничное, баница, там учитывается такие продукты, яйца, молоко, пшеничная мука, то в сегодняшний вечер это тыквенник. Очень похоже, постное блюдо, да, из семейства баничных. А я хочу еще привлечь внимание вот к этому оберегу. Посмотрите здесь, какая игра цвета именно, потому что белый, здесь у нас красный и зеленый. И то, что, собственно говоря, дает продолжение жизни. Потому что цветовая гамма, она очень большое, знаете, играет смысловое наполнение. Конечно. И плюс ко всему еще из какого материала выполнена? Здесь суровая нитка. Все старается, да, все натуральное. Все настоящее, натуральное. Белый цвет несет нам здоровье, красный эмоциональное наполняем, чтобы год радость. Был удачным, радостным, чтобы было много любви в нем. Ну и, конечно, это атрибут, которому очень радуются дети в этот праздник. И именно с бабушками дети в основном и делают такие сурвачки. Куда его ставят, вот этот символ, собственно говоря, Нового года? Он хранится в доме весь год. Он хранится в доме до следующего Нового года, когда уже свяжется новая сурвачка. В украинской культуре мы называем дідух. Ми беремо солом'яний сніп, да. І прикрашаємо так само і горішками, і сім'ям різним, і елементами, які дають ось кольорову гаму, які несуть добробут, і монетки якісь. І ми його ставимо у кращий кут, да. У хаті, і він змінюється вже наступного року. Але у 20 столітті дідух солом'яний змінився пухнастою ялинкою запашною. І наша ялинка також тут є. Це символ знову. Знов таки, приходу нового, зеленого, очищеного, того, що несе здоров'я, тому що ялинка навіть за пахощами своїми наповнює нашу оселю, і це ароматерапія, так кажуть сьогодні фахівці. Як добре, як все поєднано у нас насправді. І ще ось ви кажете, що хлопці несуть такий символ, а я згадую наші традиції українські, це зірконосець, так? Обирається також там, да. Хлопець, який несе символ Різдва, зірку ту Вифлеємську, яка сходить, яка знаменує прихід Різдва. І насправді все поєднано, але дуже добре, що у кожного свій колорит, своє, знаєте, таке забарвлення і емоційне, і смислове, але все одно воно несе мир, здоров'я, радість. І як добре знати ось такі традиції. Ось ця символіка, цей символ, де буде стояти? Мы его специально делали к празднику, то есть свою роль он еще не сыграл, потому что мы на праздник ждем много гостей 9 числа, и именно вот этой сурвачкой мы будем похлопывать их по спине и желать всего хорошего в новом году, после всего, эфира что заложено в этой сурвачке. Да? Танечка, а что обозначают вот эти вот такие карандашики маленькие? Это звон, звоночки, то, да? Что отгоняет все плохое. Понятно. Как раз то, что выполняет именно вот магическую функцию этого оберега. Можно, конечно, верить в это, можно не верить, да. У каждого свое. Однако то, что знали наши прадеды, то, что знают наши родители сегодня, и то, что хочется передать детям, основу основ, веру в то, что лучшее, добро всегда победит зло. Конечно. И эта символика может быть немножко язычнического направления. Может быть. По-разному можно это воспринимать, но самое главное, что свет привносит это. То, что, собственно говоря, продолжает эту жизнь. И хорошо, что вы познакомили нас сегодня именно вот с таким вот разрезом, знаете, таким обереговым. Работа продолжается. Начинается издание новое, да? Да. Это впервые такие вот у вас... Да, мы около года уже витала эта идея в воздухе. Я давно хотел, чтобы в Терновке появился какой-то, ну, назвать газетой, может быть, это будет слишком громко. Издание. Информационный листок, да, вестник. И вот газета «Роден край» болгарская, с которой мы активно сотрудничаем. В этом году мы ее, очень многие терновчане ее выписывают, естественно. Мы получили эту газету буквально месяц-полтора назад. И я там увидел, что есть такое село Бабата. Бабата или Бабата, как правильно, в Бессарабии. Бабата. Да, это Телены на русском языке. Это Одесская область. В Бабате начали выпускать газету. Есть такой Петр Добрев, там такой активный молодой болгарин, который в военной лиге участвует. Молодец, он очень хороший парень и наш такой хороший приятель. И я вот в газете увидел эту идею. Ёлки-палки, мы же уже год думаем про газету. Когда же у нас появится свой...
И вот это был последний, скажем так, толчок. И мы решили создать нашу газету «Тернопольская». Кто помогает вам в издании? Потому что сегодня даже такое вот маленькое, казалось бы, издание, но все-таки это должна быть серьезная организация и финансы в том числе. Ну, я вам скажу так, что у нас в организации немало людей, которые готовы помогать изданию. Слава Богу, наша организация растет. С каждым днем членов дружества становится все больше. Все более активных людей приходит, патриотически настроенных, которые действительно хотят что-то сделать для родного края. Даже мы не будем сейчас говорить конкретно только вот для болгар. Мы работаем на общину, на Терновскую. Мы для всех работаем. Для нас все терновчане – это наши односельчане, земляки, братья. То есть нет разницы. У нас очень много сейчас национальностей. Мы работаем полностью для всех тернов. И эта газета, она будет издаваться на русском, украинском, болгарских языках. То есть любой, кто захочет что-то написать о своем роде, семье, кто-то, может, переселился с Западной Украины отсюда, еще. Ну, то есть не имеет значения. Это газета для терновчан. Мы говорим о возрождении культурных традиций. Культура – это то, что всегда давало продолжение жизни. И если мы сегодня обогащаем культурный пласт, это честь и хвала на самом деле тем людям, которые занимаются это на общественных началах. Мы говорим прежде всего о тех людях, которые заботятся о том, чтобы было взаимопонимание на уровне культуры, на уровне каких-то уже, знаете, таких вот наработанных моментов, которые объединяют, которые дают радость, которые дают детям нашим направление, как дальше быть и что, собственно говоря, поможет им уже в их каких-то начинаниях. Да, сегодня, неспроста, знаете, мы и назвали газету «Малая Родина», потому что мы понимаем, что с малой родины начинается любовь к большой родине, с детства, маленький ребенок, мы все, для нас мы рождаемся, правильно? Для нас мир еще ограниченный, когда мы маленькие. То есть место, где мы родились, компактное наше проживание, это и есть для нас макромир в тот момент. Потом, когда уже мы вырастаем, мы уже переносим эти отношения. И поэтому это очень важно, как ребенка воспитать, как он будет любить родной край, как он бережно будет относиться к природе. К традициям, к своим предкам. Это очень-очень важно. Поэтому такое символическое название «Малая Родина». Вы знаете, сегодня особенный день. Вот мне кажется, в жизни каждого человека, который вот в этой вере, да, в этой культуре православной, сегодня сочельник, святвечер. И каждый его на самом деле воспринимает по-своему, с невероятной надеждой и верой, что все будет хорошо. Как вы считаете, насколько сегодня вот мы духовно можем воспринимать какие-то основные, знаете, такие вот направленности, то, что дает продолжение нам, общая тенденция? Потому что у каждого свое, у каждого имеет свой окрас, потому что мы продолжение своей семьи, своего рода. Но тем не менее, если проанализировать вот общество в целом и наши современные вот тенденции. Анатолий, давайте с вас. Сложный вопрос. Можно еще раз как-то его немножко мне перефразировать? Его не совсем что сегодня понять. Формирует мораль общества? Насколько мораль духовные общества? Ценности сегодня у нас затребованы? Ну, к сожалению, моральные ценности во многом сейчас диктуются интернетом и телевидением, где... Мы на телевидении, друзья мои. Ваше телевидение, конкретно ваша передача, очень нужные, полезные. И немаловажно, скажем так, для воспитания молодежи в духе патриотизма и любви к своей родине. Недостаточно, я считаю, недостаточно. В общем, конечно, недостаточно. Средства массовой информации должны выполнять роль этакого указателя, скажем так, куда нам нужно двигаться. Мы должны воспитывать, должна толерантность воспитываться. В детских умах должна воспитываться любовь, то, о чем я уже говорил, должна любовь к родному краю, к ближнему к своему, уважение к старшим. Этого очень мало сейчас. В той же маршрутке едешь, очень редко, когда кто-то уступит. Сейчас уже как подвиг смотришь, когда молодой парень встает. И очень этому радуешься, и уступает, правда? Да, я говорю, молодец, я тогда не могу удержаться, я всегда по хлопу плечу. Маршрутка аплодирует. Ты молодец, говорю, да. Но такое есть, как бы там ни было, такое есть. Тань, мы женщины, и мы говорим о том, что духовное... Прежде всего, правда? Особенно вот в такие праздники. Как вы настраиваете и своих детей, и деток, которые приходят к вам в библиотеку? Как вы связываете вот эти духовные составляющие, и, знаете, как вот, чтобы выплеск был в общество, в жизнь это все? Мы пытаемся не забывать все то, что хорошее есть у нашего народа, у любого народа, который живет в нашей Терновке, в Николаеве, болгарские ли это традиции, украинские ли. Главное не забывать, поддерживать, возрождать. Это объединяет семьи.
А внутри семьи, когда существует теплая обстановка, то и человек растет другой, и чувствует он себя по-другому, и поддержка у него есть, вот эти силы внутренние, что-то делать хорошее и за пределами своего дома. Мне кажется, это очень много дает, и мы стараемся именно это и поддерживать. Обязательно традиции возрождаем, поддерживаем и сохраняем. Это правильно. У нас остается минута всего лишь в эфире, но я очень хочу, чтобы вы поздравили наших зрителей и пригласили на праздник. Пожалуйста. Уважаемые николаевцы, черночане, само собой, вы так все знают, Терновки уже у нас очень хорошо развито сарафанное радио. Плюс вестник, который мы выпустили, он будет бесплатно раздаваться, в нем тоже есть информация, анонс этого мероприятия. Ну а николаевцев, конечно же, не первый год уже, с широким сердцем, с открытой душой приглашаем вас. Добре дошли на Сурва и Коледа, мы еще празднуем заедно два праздника. Ничего страшного, что по-болгарски не скажем. Мы понимаем, понятно, да. Да, конечно же, приходите, приезжайте, мы всегда вас будем рады видеть. Будет очень хорошая концертная программа, будут гости из Бессарабии, как обычно, будут коллективы из села Дмитровка, будут из Кулевчи тоже гости, из двух болгарских все будут гости, будут из Одессы гости, наши старые и новые, скажем так, партнеры, с которыми мы вместе развиваем культуру. Праздник состоится в эту субботу, 9 числа, на час дня в Терновском доме культуры. Это остановка «Центр», улица Софіївська, 18. Дуже дякую вам за цю зустріч. Я дуже хочу побажати вам сили натхнення у новому році. Нехай Бог благословляє і вистачає у вас душевного тепла для того, щоб і самим рухатися у тому правильному напрямку і вести за собою людей. Дуже дякую. Спасибо. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я всіх вас вітаю зі святвечором, з Різдвом Христовим. І я хочу побажати вам миру, добра, злагоди. Нехай Божа благодать сьогодні осяє і об'єднає всіх нас і запалить у наших душах вогник, той, що дасть нам сили рухатися протягом року до наступного Різдва. Всього вам найкращого і до зустрічі в ефірі.